ощущение такое, что как будто мы на лодочке плывем. По речи. И донору. Я тоже был такой же, тоже был случай на праздник, то ли 1 мая, то ли 9 мая, возле клуба играл оркестр духовой. А я уже учился на кларнете, сидит там на саксофоне, играет дядя. Я тоже подошел, говорю, дядь, дай дуну. Он говорит, да трость очень тяжелая, тебе не получится, потому что еще ты маленький, у тебя там бушует слава. И он мне дал попробовать. Я попробовал так, и звука не произошло на саксофоне. Очень тяжелая была трость. Сейчас я на саксофоне тоже играю. Вот я думаю, с Юрой мы еще будем сотрудничать. Только сегодня мне мысль пришла, что не на саксофоне, а на флейте. Отлично. Это наш формат. У меня вчера была запись вот, на пластинке тоже. И я флейту оставил в оркестре. А если я сейчас взял, то сейчас бы джем-сейшн был. Давай сначала играем по программе. Все, давай, все там. Но импровизация будет не по программе, потому что слово импровизации сами знают. Ты заиграешь? Все будет не так, как на пластинке. Да, потому что, вот смотри, еще есть Аркадий, он может тебя поддержать. Нет, ты покажи. Ты все аплодисменты мои все снимешь. Я на пластинке заслушался. Играем как? Теперь я все помню. Да, поехали. А, Б, А, все целиком, а потом Б опять. Это форма. Как скажешь. Если музыканты есть, как бы такие части куплет. Thank you.
Ну что,